Открывай. Но это тоже самое плохое. Нет, смотри, открывай, раз, открывай. Два, три. Все, трое поехали. Боня. Да-да-да-да-да-да-да. Просыпайся. У вас погасли твои эти. Кончилась батарейка. Ой. Такая хорошая зайка. Всё. Такая милая, когда просыпается. Бонечка. Ты такая милая утром. Смотри, смотри, просит, просит. Чтоб ты ее погладила, просит. Бонни, иди буди твою хозяйку. Иди буди хозяйку твою. Буди давай. Вот так, вот так, вот так, вот эти кушки. Вот так. Бонни, Бонни. Давайте, вставайте. Уже 7:15. Маркош, опять же сейчас будешь лежать, а потом будешь бегать. Давай, перебарывай себя, вставай. Прям вот встала и все, и пошла. Бонни, иди буди давай, Маргариту. Давай, буди ее. Открой свои лампочки. Открой лампочки. Ладно, все, пошла я будить Каролину. Вставайте. Готовы? У всех пить есть, проверяйте, потому что я водичку не налила. Ксюши мало. Проснулась? Да. Да. Где шапку? Где? В школе. В школе. И в чем сейчас пойдешь? Капюшон надевай. Смотри, там туман какой. Вот эту шапку надень. Надень, ее тоже девочки носят. Не, но да. Не подходит. Как это не подходит? К твоей куртке подходит. Во. Нет, не да. Подходит. Куртка золотая, это коричневая. Я почти. Ой. Пошли. Все, давай, пока. Целуй мамочку. Есть, все, есть, пока. Так, второй, третий. Пока. Ай, Бонька, ты нет. Тебе нельзя. Тебе не разрешала выходить. Иди сюда, постричь. Бонька тоже хочет пойти, да? Все, пока. Там полный обуток. Какое солнышко вышло, такой туман был. Прелесть вообще прям. Бонь. Все, девчонки уже придут со школы. Вообще прелесть. За такое время давно не было солнышка. Аж настроение хорошее. Че, Бонюсечка? На конфетку похоже. На жвачку. Здесь написано, тебе нужно 7 штучек. Из этих 7 нужны... Зеленый, желтый, красный. Желтый, красный, желтый, красный. Угу. Кума.
Не знаю, ну вот зеленый, желтый, красный. Сейчас упадет опять, Макс. Подожди. Здесь инструкция есть. В общем, для чего-то вот это вот нужно крутить, я не знаю, цифру выбирать. Не знаю, что такое. Кто пришел? Фуэго. О, яйца принесли. А что такое? А, это клей. Ты же на руках принесла, ты что, с ума сошла? Как дела? Давай, иди гуляй с ней. Сразу же. Поводочек надевай. Давай, давай. Сильно холодно, то сейчас солнышко вышло. Очень. Да, а там не было солнышки, там тенек. Угу. Вонь, пошли. Пойдем за ее. Сандра своя сестра, она заняла второе место. И Калина, свой друг от киндергартена, заняла первое место. Где? Эзром. Где? Эзром. Да? А, молодцы. Ну, от киндергартена. Эзром. Давай. Тебе идет, кстати, эта шапка. Может, тебе ее оставить? Да. А Максу другую, потому что она Максу большая. Пойдем. Пока, Бонни. Бонни. Где? В турне. Она всегда что-то в турне забыла. Нашла, чем отрезать. Ножниц нету, да? Я решила купить один другой новый. Попробовать. Новая марка у них. Хотела попробовать что-то. Да. Тоже белый. Ну, этот, который мы уже давно покупаем. А вот это новая марка. Все? Да, это все. А сюда можно? Да, сюда можно что-нибудь складывать. Мусор только выброси, вот этот бумагу. Столько бумаги нам дают. Это можно в картон тоже выбросить. Так, готовы открывать? Конечно. Ну, что ты ешь там? Ну, сначала я тебе дам. Творог, что ли? А сыр? Вонь. Сначала я тебе. Нет, ты откроешь. Сначала ты откроешь. Сначала ты откроешь. Нет. Ты же ногу дай. Ну что это? Как нечестно. Маша тогда поломалась. Ты что-то поломала? Упс. Нет, не ломай. Ну, что-то поломалось. А, форма жесткая. Да. Ну, открывай. И тут не одна. Не одна? Нет, смотри. Открывай, открывай. Два, три. А ты не то же самое, то, что мы Ксюше подарили? Нет. Открывай. Я говорю, что это. Вверх. Что это? Не знаю. Медведь на палочке. Поломалась какая-то? Нет, нет. Нет, они целые. Это не целые. Это открылось чуть-чуть. С белой полоской, с коричневой полоской и с красной полоской. Не надо, не надо. На, Ксюнь. Да, что-то похоже у нас. У нас похоже с вот этой вот. По форме я уже вижу. И что по форме? То же самое. Мама не такое жесткое. Ну, это конфета? Нет. Что это? Открывай. Ну, это тоже самое. Что ты делаешь? Это что, карандаш? Да. Как он тут погнутый? Не знаю. Это карандаш. Я тоже сначала не поняла. Мы видели такую в Маннер, ну, только... А мы не в Маннер купили, мы купили в этом магазине, который тебе нравится. Нравится? Тайгер. Смотрите, ребят. Какой. Да. Это прям на леденец похоже, на этот карандаш. А я думала, что это ручка. Его вот так вот наточишь? Нет, это карандашик. Возьму в школу. Прикольно. Ну, я видела в маму ручку. Да? Нет. Ну все, давайте. Сначала кушать, потом конфетки, хорошо? Ладно?
Ты открыла свою помадку? Наш подвальчик. Так, наш фирменный замочек. Конечно, я здесь все оставила. Смотрите, чем мы открываем. Ключик потеряли, теперь вот этим вот открываем. Ты не умеешь, на, держи. Вот я сунула. Да, но тут не только нужно засунуть, там нужно правильно повернуть. Это не наши зимние вещички. Ты все возьмешь? Ваши перчатки, не знаю, шапки. Да? Да. Ваши перчатки как раз еще вам? Да. Идем, идем. Merry Christmas. Открываем. Где Бонька? А, Бонька нет. Она, по-моему, нет. Так, все, смотрите свои перчатки, разбирайте. Дети. Давай, все. Детишки. А, детишки. Разбирайте свои Забыли. Шапки, перчатки. Мерите. И одевайте. Папа скоро приедет. Ой! Да, это твои. Померяй. Что это за перчатки? Не знаю. А где другие? Ты неправильно надела, Каролина. Ой. Ты что, на другую ручку? Это. Санта-Клаус идет. То есть, как он называется? Санта-Клаус. Дед Мороз, Санта-Клаус. Все, закончили. О, нет, лучше искусственную елочку. Мне жалко елочек, знаешь, вот их срезают, они столько лет растут, их потом срезают. Чтобы потом продать, постоит она месяц и выбросишь ее. Тебе нормально штаны небольшие? Тебе к твоим башмакам подходят? Да? А я с папой пойдем в кино. Все, трое поедут. Папа четверых не потянет. Тюлени. Тебе нравится на тюлени? Папа катает на тюлени. А? Смотри, Каролина одна поехала. Не боится. Катались? Не очень холодно. Понравилось? Да. Холодно. Все, поехали домой. Я тоже замерзла уже. Она еще идет и вот этот пьет слаши холодный со льдом совсем уже. Мне холодно. Пойдем быстрее домой. Бонни там скучает, наверное. Или наоборот, отдыхает от нас. Как? Привет, 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 привет. Как ты тут одна? Смотри, как радуется. Опа, 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 опа. Привет, привет. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Ты скучала? Вот как она скучала. Вот так она скучает. Сейчас всех она поцелует, всех оближет, всех. Помочь? Нет. Нет. Готово. Хорошо помыла? Да. Молодец. Вот эти полотенца вытирай. Сначала выжми, потом вытирай. Ксюнчик спит уже? Ксюнь? Ксюня спит. Ладно, пошли мы спать. Нам завтра рано утром вставать. Нам нужно ехать клип снимать.
еще дорога 3 часа туда, потом снимать клип 3 часа обратно. В общем, мы целый день нас дома не будет. Так что, ребятки, всем пока. Всем спокойной ночи. Увидимся завтра.